Да, привет-привет всем. Привет. Приехал тут к Тони Рауту. Вернее, не то чтобы к Тони Рауту, но сейчас поеду к Тони Рауту. Вот, на юго-западе 100 лет, 100 тысяч лет не был. И пока сижу, жду, можно с вами немножко пообщаться. Короче, буквально на днях, я думаю, мы объявим осенний тур. Я уже знаю, что там будет больше 20 городов. Как вы знаете, у нас есть тур осенью, есть тур весной, и вот уже буквально на днях мы объявим список городов. Я женюсь, приходить на свадьбу, поздравляю, женишься. Круто, здорово. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. Как Рауту зовут Антон. Вот, и в принципе, во всех городах, кроме Питера и Москвы, где мы были весной, разумеется, осенью мы не будем, но пару сюрпризов, я думаю, вас ожидает. Питер в октябре будет. Вот. Жена у тебя очень красивая, спасибо. Спасибо. Вот. Так, а насчет альбома. Я вообще планирую немножко сейчас съездить отдохнуть. Когда я вернусь, сразу же начну уже писать альбом. То есть, думаю, что альбом буду писать где-то начиная с середины, с конца августа. И примерно, ну, в идеале, да, где-то за год его напишу. За год плотной работы, мне кажется, можно написать хороший альбом. Буду ли я еще участвовать на Версусе? Возможно, но не сейчас, потому что должен быть перерыв. Кстати, обязательно будет трансляция, как создавался Versus Battle, часть 2 и часть 3. Я расскажу в следующей серии все подробности про Battle с Царем и с Noize MC, и в третьей серии про Estate TPC типа, ну, про Battle, разумеется. Вот, поэтому продолжение будет, просто что-то руки не доходили на самом деле, и мне просто на самом деле очень сильно скучно, и я решил с вами сейчас хотя бы на чуть-чуть выйти пообщаться. Сижу, жду уже минут 15. Будет ли концерт в Луге? Черт возьми, от Луги ехать пару часов до Питера, имейте совесть. В Луге! Никогда не будет. Да, бухой, за рулем, конечно. Редко захожу в Перископ, да, потому что не остается особо много времени на социальные сети, но если вы хотите мне скинуть что-то интересное, кидайте мне в Инстаграм директ. Возможно, я прочитаю. Классная футболка. Это свитшот Тони Раута. Я ж к Тони Рауту еду. Он увидит и скажет: «М-м, хороший выбор». Кого можешь выделить из батлов? Мы сегодня общались с Рики Ф. Сегодня. Заезжал я в 17:03. Хорошо, мы с ним общаемся. Ну, не то, что мы там с ним дружим как-то. Когда видимся, общаемся нормально. Вот. И как раз вспоминали то, что мне очень нравится его батл против Сина, его часть именно. Ну, как, в принципе, и многим. Я имею в виду из исполнителей Fresh Blood. И мне нравится Юля Киви со Слова. Вот. Я не очень сильно слежу, поэтому, если что, там не обессудьте. Я не так, что я там всех отсматриваю, мне нравится только двое. Я не очень-то слежу за батлами сейчас, вот, но этих по-любому можно выделить исполнителей. Будет ли подгон? Я думаю, что вот 8 сентября будет альбом Тони Раута. Думаю, что будет подгон от Тони Раута большой. И там обязательно будет пара треков со мной. Конечно, разумеется. Кстати, новость сейчас прочитал, то что депутат Миронов заявился на какой-то депутатский батл, в который будет входить дебаты с каким-то, наверное, другим оппонентом под именем Окси Миронов. Мне как бы казалось, то, что это шутка, пока я не увидел сразу ссылку на несколько достаточно авторитетных изданий. Блин, это полный пиздец, конечно. Woo, fucking shit. Так. Когда батл? Ага. Когда в Новосибирск? Ага. Так, куда пропал Джонни Бой?
Ну, куда-то пропал. Я думаю, что как только он объявится, он сразу же даст о себе знать. Мне кажется, если он появится, появится там с каким-нибудь интервью или там с песней, где объяснит, в принципе, где он находится, будет некрасиво, если я.